скажилось. То есть, если вы готовы были искать Царство Небесное, это значит внушить в себя главный смысл. Нищеты духовные. В это почти трудно поверить. И вмещается это знание в большом духовном. Но вмещается. А если вмещается, то здесь мы все. И только мы. Храм трех святителей. Первый этаж. Какая древность. 17 век. Храм трех святителей на кулешках. Yeah.
рождения по водам. Воскресение Наинской вдовы. Исцеление жены. Ой, какая роспись. Святители московские. Ой, какая древность. Начинается наш праздник. Такой прекрасный стол. Столько салатов, фруктов. Ну что? О, Отче наш, блажен на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отчетах, в экзаменах, в службах и поставить точку на всем этом так, как мы ее впервые поставили в 26 лет. У меня даже есть видео запись, где мы поем, приедете люди с самым первым составом. Это был 96-й год. Кстати, один из принимающих священников был отец Артемий Владимир. На этой службе. В общем, была довольно интересная служба. Муравчик там наш сегодня, к сожалению, в врачевке, регулярный участник наших, регент из Троицка. Вот идет время, меняются люди, меняют, омолаживается медленно, но тем не менее. Эгоистический состав. Омолаживается высокая комиссия, первая комиссия, да, а приходите, конечно, все равно в наших сердцах остаются такие люди, дай Бог им еще здоровья, и Матвеева. Нонна Андреевна, совершенно верно, да. Советская, конечно, Владимир Николаевич Чугрин. Чугрин. Да. И я думаю, что очень, очень надеюсь, что и новые студенты через год. То есть Господь даст еще силы, терпения еще провести такой же год. И
мы опять здесь встретимся, и вы тоже будете, как гости, которых часто, вот сегодня дождик, видимо, не пустил многих гостей, а так у нас бывает примерно раз в полтора больше народу, там приходят выпускники старых, ну, прежних лет. А вам, чтобы этот год послужил стартом кому-то в регулярном, полноценном регенском служении на Клинусе, кому-то в регулярном также певческом служении, чтобы вы укрепляли собою нашу православную церковь. То, о чем как раз сегодня очень хорошо сказал протоиерей Владислав Свешников в своем приветствии слова. И чтобы вы служили много-много-много лет. Yeah.
человек. По маленькой залпанной прибой, ты до дна, ты до дна, мы еще нальем вина. Многая, многая, многая лета. Провести в рабочий. Трудности, обучение. Улыбайтесь, пожалуйста, улыбайтесь. Улыбайтесь, пожалуйста. Я не умею улыбаться, я вообще не педагогичная совершенно. Я жую, подожди, я жую. Сейчас у меня снизу такой ракурс. Сейчас я жду, жуй спокойно, я назад. Жуй, это жуй. Да, помахайте. Тебя, мы тебя никогда не узнали, что ты жуешь. Лена. Татьяна Витальевна. Татьяна Витальевна. Дальше, дальше. Света. 54. Света, привет. Ура, я подруга. Привет. Маша, ты ручкой, ручкой Маша. И наша. А теперь скажите сыр! Или что говорят в таких случаях? Все.